«Северная звезда», к нам приехали Литва, Латвия, Россия, Томск, вся Беларусь у нас. А вы представляете? А я представляю Витебск, Беларусь. А вот моя сидит Мария Сычева, занявшая в ЧИКС А категории второе место. На сегодняшний день вы знаете, что фигурное катание выше всего по уровню находится в России. Мы работаем над тем, чтобы пригласить тренера квалифицированного, который мог бы взять и наших тренеров тоже под свою, так сказать, опеку, руководство, дать им новый толчок в развитии. Я готова приезжать на мастер-классы, я готова помогать с хореографией, мы готовы привести Белоруссию, наш театр и проехать туром, чтобы популяризировать наш вид спорта в Беларуси. Потому что главное, что сегодня нужно сделать, это набрать как можно больше детей, маленьких детей, и привлечь их к занятию фигурным катанием. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.